Сегодня хочу посеять вот такие замечательные цветочки. Называются они Доротеантус. В народе ее называют хрустальная ромашка, либо хрустальная постель. У каждого по-своему. Вот мне больше нравится хрустальная ромашка. Ее цветки цветут на солнышке, и зеленые листики как будто покрыты инеем. Такие вот они. Цветочки эти низкорослые, 10-15 сантиметров, прекрасно подойдут для горшочной высадки, для альпийской горки, по краю бордюра. Очень красивый, непривередливый цветочек. Вот я буду сеять его сегодня в улитку. Это мой любимый способ, проверенный. И для эксперимента просто в стаканчике. Вот я и подписала ее хрустальная ромашка. Сегодня 21 марта. Вот. Высыпаем наших. Ой, какие мелкие. Как петуня. Ну, будем сеять ее, да. Ну, вот. Ой, ой, какие мелкие. Мелкие-мелкие. Мелкопыльные семена. Ну вот. На свою подложку я насыплю земли. Вот так вот. Пригладим ее. Вот так. Не буду я использовать зубочистку сегодня, как использую обычно при посадке петунии. Просто насыплю немножечко. Вот так вот. Не очень густо. Смотрим, чтобы у нас равномерно все. Ну вот. Еще раз сбрызнем. Начнем закручивать нашу улитку. Вот так. Вот так. Охватим. Зафиксируем резиночкой. Очень просто эти улитки. Просто палочка-выручалочка. Просто рассада в ней растет прекрасно, не теснится и растет до пикировки прекрасно. Вот я ее поставлю в пакетик. У меня здесь посажена тоже виола, петуния. Завяжем пакетик и уберем на светлое окошечко. Ну вот, посажу я тоже еще в стаканчике, землю увлажним и насыпем просто поверх, не надо заглублять, вот так, опять сверху брызнем. И завяжем, накроем все пленочкой. Посевы наши надо проверять, конечно, обязательно проверять, проветривать, чтобы не скапливался конденсат. Конденсат убираем. Когда наши сеянцы проклюнутся, можно протыкать несколько дырочек,
чтобы поступал воздух, наше растение дышало. Ну вот, я вам покажу, когда они зайдут. Также проделаем с остальными семенами. Ну вот, мне надо, наверное, будет искать еще какую-то емкость. И немножечко покрупнее петунии. Ну вот. Это мои малыши чего-то там кричат. Ну вот. Всем спасибо. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спрашивайте. Смотрите, не пропускайте мои новые видео. Всем пока.